Да. Это мальчики умнее. А девочки... когда? Стоп. Я вам приготовил самое крутое испытание. Кто умнее? У кого память лучше? И кто победит, получит 5000 рублей. А утешительный приз будет шоколадка. В команде девочки, в команде мальчики. 30 предметов. Да, ты же мальчик. Я жюри. 30 предметов. Вы должны запомнить их цвета. И закрытыми глазами определить, какой это цвет. Шкакой. Да штагуй. Соответственно, закрытыми глазами. У меня есть оборудование. Вау. Очки. В них ничего не видно. Я уже проверял. Одевайте. С закрытыми глазами должны запомнить и понять. Давай, ты говори, какой. Какой это цвет? Зеленый. Отдать. Если это зеленый, значит кладем вот сюда. Если не кладем, кладем на стол даже. А я уже потом покажу, правильно или неправильно. Кто побеждает, получает 5000 рублей. Вы готовы? Минута, чтобы запомнить. Давайте по местам. Очки не трогаем. Здесь сначала самое сложное. Если ты не можешь разобрать, давай мне. Синий. Молодец. Лена, куда синий? Это верно. Салатовый. А что, уже есть неверно? Молодец. Конечно, уже 5 штук. Желтый. Синий. Желтый. Молодец. Что? Неверно. Лена, я слышал то, что ты сюда положила. Я не... Я по-твоему глухой? Егор, красный. А что, мне? Мама. Да. Так, мне нужно подумать. Не знаю. Сейчас. Красный. Папа. Синий. Это же белый. Лена, по-твоему, я красный. Я что, не могу ничего запомнить-то? Это прям, то есть, пап, ты уверен, что это красный? Конечно. Это красный. Зеленый. Придумано, что это красный. Ну почему-то кажется, что это не красный. Да это красный. Блин, это что? Желтый. Зеленый. Стоп. Нет. Раз, два, три. Не брать. Куда ты потянулся? Белый. Синий. По-твоему, я... Синего. Красный. Зеленый. Коричневый. Красненький. Желтый. Красный. Зеленый. Желтый. Где? Вот это? Синий. Забор. Белый. Белый. А может давайте в красный его переменим? Нет, блин. Надо покрасить пока. Стоп, где забор? Где забор? Здравствуйте, забор. Все у меня нету. Это как, так, можно посчитать? Раз, два, три, четыре. Можно быть. Я что присужу? За что? Ничего. Деньги хочешь стырить. Не могу. Моих здесь нет. Это как начинает? Где что? Надо заслужить. Блин. Розетка. Белый. Как это шлапочка? Так. Синий. Фигня какая-то. Где? Блин, надо было запоминать лучше. Дракона башка. Зеленый. Почему-то мне кажется, что это красный. Это красный, правда. Что-то мне кажется, то, что это красное, что-то мне кажется, то, что это не красный. Ну, красный и чуть-чуть не красный. Я знаю. Оранжевый. Ты, Егор, красный. Розовенький. Так, блин, стало. Черненький. Осталось 3 предмета, которые не запомнил. Блин, ты же запоминал хорошо, это было лучше. 2 предмета. Егор, я уже много. Давай попробуем. Правильно сделал.
Зеленый. Нет, это не зеленый, да я. Подожди. Это не зеленый. А у тебя какой в руках? Мне кажется, тоже просто... зеленый у тебя в руках. Нет, почему-то мне кажется, то, что это красный. Зеленый, Егор. Чего да ты взял? Ты-то особенно даже не видишь его, не чувствуешь. Что-то кажется, то, что это красный. Ну, блин. Зеленый, давай. Чего ты взял? Потому что. Логика. Логика. Почему-то мне кажется, то, что это... Логика. Стоп, стоп. Все говорят, что это зеленый. Значит, это не зеленый. Но это не похоже на белый. Красный. И на синий не похоже. Красный. Блин, это, блин, надо запоминать. Сейчас это сломаю. Егор, красный. Она будет две детальки неизвестного цвета. Егор, он зеленый. Чего ты взял? То красный, то зеленый, да, Елисей? Да зеленый. 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 Лена, ты хочешь, чтобы обмануть меня? Елисей, я знаю, так, что неправильно. Так, давай, давай. Будет еще шанс исправиться. Давай. Зеленый. Ладно, ладно, ладно. Красный. Давайте, давайте я шанс. Я вам даю шанс. Исправиться. Давай, сколько тут неправильных? Два. Два, окей. Так. Получается, этот... не красный, да? Не красный. Какой это? Нет, это цвет не подходит. Не красный, не считается. Зеленый, зеленый, зеленый. Давай, зеленый. Давай. Теперь я по логике. А теперь я по логике подумаю. Ну, давай, по логике. Так, это не красный, потому что я говорил красный, ну положи сюда. Минус красный. Это не синий. Потому что я запоминал, и синие были, и вот такой небольшой с пупырышками. Получается, ты зеленый запоминал? Мне кажется, потому что это же зеленый. Говори, какой цвет. Давай, говори. Вот это какой цвет? Вот этот? Вон тот. Этот. Зеленый! Зеленый! Не кричи. Принимай решение. Елисей, там два. Ну ты по логике подумал, подумал. Два. Значит, зеленый. Давай. Готов? Какой это цвет? Зеленый это. А это какой? А, блин. А тебя кто положил? Кто это тебя туда положил? Вспоминай, какой цвет сказали. Какой? И, стоп! Стоп! Я вспомнил же! Елисей говорил то, что это зеленый, и кинули туда. А, но это на синий не похоже. Это на синий не похоже, да? Угу. Это был белый или зеленый? Белый был маленький. Стоп, а такой белый вроде бы зеленый. Говори. Да. Да. Давай, нужно подумать. Зеленый. Блин, ну че у меня такая тупая. Зеленый. Зеленый. Давай, давай. Стоп, стоп. Да ты же говорил, это зеленый. Ну, положи не сюда. Помнишь, Елисей? Вот сюда. То есть это неправильный был зеленый. Это на красный должен. Говори какой. Ну все, где-то, что это красный. Ну если ты думаешь, тогда говори свое решение. Если я неправильно скажу. Долго думаешь, будет плохо. Какой цвет? Все, время. Время, цвет, руку, давай, клади. Давай. Здесь, сейчас будет никакой, будет проигрыш. Хоть шанс используешь. Говори, давай руку. Ладно. Все. Да я по логике подумаю. Да мы уже по логике подумаем. Да нет. Зеленый. Нет, ты нет. Говорил зеленый. Сюда положи. Получается, нет, это красный. Что ты другого цвета? Это красный. Это красный. Это красный. Это красный. Четыре. Три. Егор, красный. Два. Руку давай. Ой, один цвет. И это, наверное. Сейчас положу сюда. Говори цвет. Какой это цвет? Сейчас подумаю. Красный. Все.
Че, закипели мозги? Ага. Ну давайте, у вас, короче. Меняемся. Мало шансов. У нас? Нет. Ну все угадали. У вас все. Фух. Небольшой перерывчик. Мозги у Егора закипели. Ну результат. Крутой. Я не знаю, смогу ли я запомнить. Одна гора заросшая. А вот да. Это вот куча. Это трубы завода. Они синие. Вот это, короче, пиу-пиу-пиу. Шляпа желтая. Зеленая. Она точно цветом знает. Лена. Давай старайся. Я уже придумала, что я куплю на 5000. У меня, кстати, гет там чуть не хватает. Ты же говорил, ты спонсор. Ты можешь в качестве исключения мне добавить? Еще потом. Да, потом я еще придумаю. Ты думаешь, у меня что, фантазии не хватит? Вот это шляпа желтая. Холмик зеленый. Зеленый. Трубы завода синие. Си-сеный. Вот, видишь, много их. Си-сеный. Что тут еще? А, две выхлопушки зеленые, да. Ноздря. Помнишь, шляпа желтая, облачко все, белое. Погнали, Елисей. Это зеленый. О, блин, Лен, это я не запоминала. Салатный. Зеленый. Два холма красные. Зеленый. Лампочка белая. И все зеленое что-то. Шляпа желтая. Фиолетовый, розовый. В смысле. Синий. Красный. А, я это не запоминала. Раз, два, три. Это эти трубы завода синий цвет. А вот это что? Нет, это красный, вру! Где? Верните, это красный все, был! Все, все, Егор, не заходи за это. Это синий. Это. Да. Оранжевый. Да это я. Здравствуйте. Сергей. Это желтый. А, это зеленый. Красный. Сопли. Красно. Колесо желтое. Да что это у тебя? А, это я. Забрать. Зеленый. Забор белый. Вот это, Лен, я не помню какого. Это я не запоминала. Красный. Красный. Шоколадный. Как та шоколадка, что вы будете есть, когда вы проиграете. Синенький. Здравствуйте. Подожди, ну гриби тут что-то есть еще. Черный. Синий. Я уеду на вообще не облачко белое. Еще ну, есть что-то, что-то есть. Все. Желтое. Желтое. Вот это что было? Что-то я уронила что-то. Дайте мне вот это что-то. Дайте мне. Машина зеленая. Да? Зеленая. Дай вот это я даю шанс, Егор. Не открывай. Дай мне. Даю шанс. Давай. Это. Сколько в денежном эквиваленте? Лен, покажи, тут что. Таких... Покажи, вот это. Где это. Это красная. Я же вам сразу сказала. Еще одна фигурка осталась. Где? Вот. Офигеть, это же снега. Дайте этого мне, не было. Покажи. На, этого не было. А, не надо вот нам. Вот маленькая штучка. Не было, Лена, было. Его. Я тебе говорю, не было. Не было. Не было. Было. Дай какого мне. Какого цвета? Проигрываете? Мы не вы можем вы проиграть. Вы не обратили внимания, значит? Да нифига, не было. Не было. Не было. Не было. Не было половины мужика, я бы его запомнила. Лена, забираем все, нас обманули. Линяем отсюда. Отдай, да что вдруг-то? Отдай, отдай, отдай. Отдай уже очки. А? Что победила? Я можно победила. Победила очки. Дружба. Хорошо, давай. Это дружба, а я уже придумала, куда падать. Нет, так нечестно. Я думаю, что все, я правильно распределил. Ничья, денежка моя. А мы пока придумаем следующий конкурс, да? Чего это ты взял? Чего? Сейчас маму позовем. Угу. Шоколадка, ваш утешительный приз. 5000 моих. Мама, до следующего конкурса. Шоколад. До встречи.